Приветствую зрителей канала. Вчера в лесу нашел 4 боровика возле тропинки. Ну а сегодня решил хорошенько уже разведать, посмотреть, что же есть в лесу. Давайте посмотрим вместе. Ну, вот столько грибов я собрал за 3 часа. Сегодня после обеда будет дождь. Завтра понижение температуры воздуха обещаю существенное.
Это все должно способствовать. До конца недели, я думаю, будет новая информация. На этом всем спасибо. Удачи. Пока-пока.